Бродяги, бодяга. Все, что я могу сказать. Я ж тупой. Угадай песню по слову за 5 секунд. Сразу лайк, это потому что Music Club, кто же это еще может быть? Он выложил видос. О, у меня Айкос провибрировал. Он выложил видос 2 минуты назад, но я такой быстрый сразу посмотреть решил. Короче, угадай песню по слову за 5 секунд. Сейчас мы будем угадывать песни по слову за 5 секунд. Я еще не понял смысл. А, вот теперь до меня дошло. Короче, если что, с вас подписка на второй канал, потому что суббота в 19:00 будет по Москве первое авторское видео. Погнали. Привет, меломаны! Вы просили, а мы, конечно же, не могли вам отказать в удовольствии. Кстати, правильно, вот давно я от Music Club не видел песню по слову. Погнали. Красная кнопка страйк. Ну давай! Первое слово – комета. Комета. Джонни Комета. Это я знаю. Ну что, думаю, вы смогли справиться с первым легким уровнем. Ведь данное слово можно легко отыскать в названии и словах песни «Комета» от азербайджанского певца Джонни. Наконец можно подпевать. Бенгер выстрелил осенью этого года на канале «Жара Мьюзик» и получился очень заманчивым и максимально проникновенным. Лечу к тебе, я словно комета, и даже потулок пистолета, я найду тебя. Второе слово – банан. Так, я закрою. Go Bananas, Little Big. Думаю, кто хорошо знает английский и группу Little Big, смогли догадаться, что это слово как нельзя кстати подходит к недавнему хиту Go Bananas. Танцевальный хит появился 15 ноября 2019 года и уже успел собрать более 16 миллионов прослушиваний. Третье слово – сердце. Сердцеедка. Я и потемный, вообще пипец. Этот важный для человека орган. Господи, меня Music Club прям так мотивирует на то, что я себе поднимаю самооценку от того, что угадываю. Вот мне прям нравится. Можно с легкостью отыскать в заедающем хите от Егора Крида «Сердцеедка». Композиция вышла летом 2019 года, а поется в ней о коварной женщине, завоевывающей мужские сердца. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Только когда я потом смотрю видосы богатеньких людей, у меня самооценка моментально понижается, и мне хуёво. Вот так. Стрим сегодня в 19:00 по Москве. Четвертое слово – девочка. Девочка. Ой, какой сегодня, блядь? Сегодня же уже... чё у нас сегодня? Сегодня уже четверг. Нет, сегодня стрима не будет. И в субботу тоже стрима не будет. Вот я вас наебал, простите. Короче, в воскресенье будет стрим, потому что я уезжаю снова по делам, и у меня вообще времени не будет провести стрим в субботу. Поэтому стрим будет в воскресенье и в понедельник вместо субботы. Ну, вы поняли. Девочка в тренде, девочка топ, наверное. Наш вариант ответа – это самый тиктоковый хит этого года от певца Мика «Девочка в тренде». Трек вышел в начале июля 2019 года и посвящается всем девчонкам из музыкальной социальной сети TikTok. Девочка в тренде, девочка топ. Я видел ее танцы, танцы в TikTok. Она любит лайки. Чё это за 35-й кадр или как это, блядь, называют? Посвящается всем девчонкам из музыкальной социальной. Вот, чё это такое? Дай в пизду. Да, блядь, чё это? Погодь. Я, сука, сделаю это. Да! Да! О! Я поймаю! А, сука, поймал! Она любит лайки, лайки, лайки. Скажи мне теперь её, найти, найти. Пятое слово – ананас. Ну, три полоски. Там... Кто еще? Правильно? Я, блядь. Ладно, хуёвая шутка. Сейчас... Я пидор, значит! Про этот вкусный и экзотичный фрукт в тандеме с кроссовками от Адидаса поет молодежная певица.
Почему я пустой стакан пью? Самия Бойко в треке «Ананас Адидас». Эта заводная песня вышла на канале певицы 1 октября 2019 и по сей день активно набирает прослушивания. Ананас Адидас, вот полоски три двора. Не удивлюсь, если она взяла и сняла эту машину. Вот, блять, ну вот. Это наш дворовый джаз из-за цвета ананас, ананас. Не, песня приятно слушается, но текст такое дерьмо. Такое, блядь, дерьмо. Шестое слово альфа. А тим белорусских. Все угадаю. У кого хорошая память, думаю, сразу вспомнили трек от любимчика. Ну, альфа и омега. Тимы белорусских, альфа. 15-го. И по словам самого Тимы, получилось довольно лиричной и проникновенной. Ты моя омега, я твой альфа. Между нами космический бардак. У него, ой, у меня аж мурашки пошли. У него только припев пиздатый в этой песне. Я слушал песню, она мне не понравилась. Только припев. Такой прям насыщенный, жилистый, такой прям, блять, хорошо спел. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты. Ой. Седьмое слово – такси. Ну типа песня «Я тебя не знаю, я подвезу тебя до дома». Вот это ведь? Конечно же, это слово как нельзя кстати подходит к недавно. Точно, точно, Дима Билан. Том. Восьмое слово – это глагол «сдаться». Она решила остаться, натанцеваться с ним. Не то? Ну, типа... Очень надеюсь, что это слово напомнило тебе ту же песню, что и нам. Хит от Артура Пирожкова «Она решила сдаться». Трек Разве там решила сдаться? Вышел осенью 2019 года, придя зрителям по вкусу и имея все шансы повторить успех предыдущих хитов Артура. Готовы? Она решила сдаться, натанцеваться с ним. А теперь давайте немного отвлечемся и проведем наш традиционный Сразу угадаю, отвечаю. Девятое слово – кредо. Не знаю. Не знаю, не знаю. Прямо сейчас ставь лайк, если твой вариант – это трек от Gayazov's Brothers. А все остальные, кто вместе со мной подумали, что это хит от Юлии Зиверт, также не стесняемся и жмем на большой палец под видео. Композиция вышла осенью 19-го и благодаря прямолинейному танцевальному биту и фирменному вокалу от Юли стала настоящим хитом. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по... Ну все, авторские права, не надо мне эти. Дай мне слово, что-то там вода, да-да... А, бля, это... Ну, провода! Думаю, этому слову должен подойти трек, в названии которого оно встречается чаще всего. Это, конечно же, Танир и Тёмча с песней «Да-да-да». Композиция появилась у ребят в конце лета и на сегодняшний день активно штурмует все музыкальные чарты. Неизвестно, как будет слухабельно или не слушабельно? Если ее в лирической этой спеть на фортепиано. Я же умею играть на нем. Дай мне слово. Как он спел? Подожди. Сегодняшний день активно штурмует все музыкальные чарты. Между нами провода, да-да-да. Города, да-да-да-да. Ебать, я как лезгинку пою. Города, да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Чё-то типа этого. Ай, ты сказала да-да-да. Ты сказала да-да-да. И ты сказала да-да. Бля, все, с третьего раза я уже не смогу. Я уже забыл эту ноту. А между нами право. Между нами право. Между нами. Блядь. Одиннадцатое. А вы сейчас заебёте слушать меня. Слово «маяк». Я не знаю. Кто внимательно следит за твой... Ну все, под конец уже у меня снова самооценка понизилась, потому что я нихера ничего не угадываю. Чувством группы Айова, думаю, сразу же вспомнили их недавнюю работу «Маяки». Песня «Проблемы».
12-е слово «мама». Моя мама не в курсе, что мы с тобой на тусе. Вот это. Ну, твоя мама, то есть. Наш вариант песни на это любимое для нас до глубины души слово – это молодежный. Это те же пели, серьезно? Вот про ананас. Бе. Мама не в курсе, что мы с тобой... Ну, типа я ее волосы за километр узнаю. На тусе, что мы с тобой на тусе, на тусе до утра. Сейчас бы мне еще матрос, блядь, подмигивал. Очень надеюсь, что ну, это видео тебе... Молодец. Ссылка на оригинальное видео еще в описании. В 19:00 по Москве, если что, в эту субботу выйдет видео на втором канале. Ставьте там лайки сразу, подписывайтесь, там только авторский контент будет. Правда, он будет не так часто, как здесь, но вы это понимаете, что я хочу что-то свое делать, и я отдавать этому больше времени. Хотя у меня и так, блядь, времени почти нету. Школа, потом видос по 5 часов в день ежедневно. Короче, вы поняли. Подписка, вся хуйня. Все, до новых видос, бродяги. Да.